Приветики всем! И сегодня в данном видеообзоре я хочу рассказать о бесплатных фишках, которыми могут воспользоваться украинцы на период карантина. Так, первая фишка – это Венская государственная опера. С 15 марта Венская государственная опера закрыта на карантин в связи с коронавирусом. Ежедневно будет бесплатно транслировать записи своих оперных и балетных спектаклей. Трансляция появится на потоковой платформе. Они будут начинаться с 18:00 по местному времени и будут в доступе в течение 24 часов. Далее у нас Берлинская филармония. Берлинская филармония закрыта на карантин до 19 апреля, но слушатели могут зарегистрироваться в сети и абсолютно бесплатно пройти в цифровой концертный зал на 30 дней. Приглашение в Digital Concert Hall можно активировать до 31 марта. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться. Ввести свой логин и пароль. Регистрация очень простая. Вводим имя, фамилию, email. Соглашаемся с ними пунктами и подтверждаем регистрацию. Дальше вам приходит сообщение на ваш email. Вот уже, собственно, я зарегистрировалась на этом сайте. Вот мой аккаунт. И нужно подтвердить вашу регистрацию. Дальше у нас цифровая платформа, которая создана на базе Стэнфордского университета. Платформа Coursera бесплатно предоставляет более чем 3000 курсов к 400 специализациям. Срок действия акции с 12 марта по 31 июля. Для этого нужно тоже зарегистрироваться на сайте, и вы получите доступ ко всем курсам и бесплатное обучение. Естественно, что на английском языке. Вот простая регистрация, указываем свои данные, имя, фамилию, email и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Ну, по кнопке тоже переводит нас в конец регистрации. Дальше. Бесплатные фильмы. Онлайн-кинотеатр «Премьер» сообщил о решении сделать весь свой контент бесплатным. И это фильмы, сериалы и реалити-шоу. Также можно зарегистрироваться и смотреть фильмы. Это для тех, кто не хочет обучаться, а хочет просто в карантин отдыхать. Мы видим очень много разных всяких фильмов и сериалов, телепередач на любой вкус. В целом выбор есть. Достаточно такой неплохой. Дальше. Онлайн-платформа Jios предлагает бесплатное пользование платформы для учителей и их классов, заведений учеников в систему технического сопровождения. Тут вы не только сможете бесплатно поучиться на меняемых курсах уровня Harvard University, но и получить соответствующий сертификат, который будет действителен и в других странах, не только в нашей, но и в других. Здесь очень все понятно, расписано для учителей, учеников, все достаточно доступно, и сайт, в принципе, интерфейс достаточно удобный. Дальше Google Arts. Это кто хочет насладиться виртуальными музеями мира, посетить Помпеи с помощью VR и познакомиться с современным искусством. Достаточно познавательно для общего образования и полезно. Сайт также удобный в использовании. Красиво оформлен и понятно все. Так, Vodafone обеспечит бесплатным общением на период карантина.
Значит, это будет безлимитный доступ к социальным сетям, Facebook, Twitter и так дальше, и мессенджерам. Это Viber, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Чтобы подключить услугу, нужно набрать простую комбинацию. Также эта услуга будет действительно в течение 28 дней, после чего она будет отключена. Услуга доступна для следующих тарифов. Это Vodafone Family, Vodafone Red Extra, Vodafone Red, Vodafone Red 2015, Vodafone Light Plus и Vodafone Zahid. Дальше я оставлю ссылочку в описании, чтобы было более удобно ознакомиться. Так, дальше у нас платформа MoTV. Это портал кино, где есть сериалы и телешоу. Он предлагает свой промокод «Сиди дома» для оформления бесплатной месячной подписки. Здесь также мы видим очень большую разновидность телесериалов, фильмов, разных передач, телепередач, которые можно посмотреть в свободное время. Свободного времени у нас много. Дальше у нас для школьников и студентов платформа Prometheus. Здесь доступны курсы по английскому языку, науке повседневного мышления, европейской внешней политики, медиаграмотности, финансовому менеджменту, истории, экономики и многим другим дисциплинам. Это отдельное направление онлайн-курсов, IT-направление, где рассказывают о основах программирования, цикл курсов по анализу данных и основы тестирования программного обеспечения. Достаточно полезный сайт, действительно, для школьников и студентов. И удобный интерфейс. Вот регистрация, можно пройти регистрацию. Так, дальше у нас бесплатная образовательная платформа для школьников HANA Academy. На сайте есть курсы по математике, физике, химии, истории, финансы, экономика, биология, искусство и компьютерные науки. Здесь также есть доступ при регистрации. Можете зарегистрироваться как ученик, учитель и как родители. На сайте все очень понятно, доступно и можно быстро разобраться. Если перейти по ссылочке, то здесь на английском языке рассказано. Дальше у нас вот для вот зарегистрироваться, и мы проходим регистрацию. На сайте указываем свои данные. Все, в принципе, очень быстро. Дальше платформа edX. Бесплатные онлайн-курсы Гарварда, Стэнфорда и других университетов. Естественно, все на английском языке. Так что, кто знаком и в совершенстве знает английский язык, тому будет достаточно легко. Так вот, простая форма регистрации. Заполняем все данные. И вот еще платформа OpenEdX. Это продолжение платформы EdX. Это платформа для старшеклассников. Здесь есть бесплатные курсы уровня Hard University. Также вы сможете получить соответствующие сертификаты, которые будут доступны и в других странах и городах. Здесь размещено более 20 тысяч курсов на любой вкус. Ну, а также много можно получить знаний и полезностей. Всем спасибо за внимание. Я очень старалась для этого видеообзора. Хотела его сделать максимально полезным. Подписывайтесь на канал. Пока-пока!